об ощущениях. Алиса, я в твоем возрасте только в колоничке купался. Заходи так. Ровно только. Нет, ты не ложись. Ты должна стоять. Глубже она должна сесть. И ножками вот так, как на шпагат, чтобы ни туда и ни сюда. Нет, на шпагат вперед и назад, чтобы тебя ни туда не переворачивало, ни сюда. Ты должна ровненько. Видишь, как все люди? Смотри, видишь, как дядя? Все всплывается. Все, надо нести теперь эту. Что делать? Я все здесь. Идешь, Алиса, как солдатик. Я пойду отнесу эту. Слышишь? И положу и приду плавать. Ну так пусть она как поплавок, она все равно лицом. Алиса, ты попробовал уже водичку? Вот так пальчик облежи, она такая соленая-соленая, жгучая-жгучая. Иди в душ.